Всем привет! Вы на канале Прага Авто. И с вами я, Алена, специалист по финансированию. Вам в компании нужен автомобиль, и вы планируете покупку за дополнительное финансирование? Лизинг будет оптимальным решением для юридических лиц. Для начала вам необходимо определиться с автомобилем, который будет больше всего подходить под потребности вашего предприятия, и с условиями лизинга. Для этого необходимо собрать определенный пакет документов, а именно уставные документы предприятия, регистрационные документы компании, балансовый отчет и декларации с налоговой за последние два отчетных периода. И с этим пакетом необходимо прийти в автосалон, где специалист по финансированию оформит заявку на лизинг. Средние сроки рассмотрения заявки на лизинг от 2 часов до 5 рабочих дней. И как только есть предварительное решение по лизингу, можно заключать договор лизинга и вносить аванс по автомобилю. Лизинговая компания вместо вас занимается постановкой автомобиля на учет, его регистрацией и страхованием. Это существенно экономит ваше время и расходы на старте, поскольку такие затраты, как пенсионный фонд, регистрация и страховка на весь период, ложатся на ежемесячные платежи по лизингу. Благодаря лучшим лизинговым предложениям в нашем автосалоне можно быстро и с минимальными расходами оформить автомобиль для потребностей своей компании. Если у вас остались вопросы ко мне, задавайте их в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на канал Прага Авто и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.